Я вновь вас приветствую у себя на канале. В общем, на пострелушечках мы и решили испробовать, рискнуть, поставить на ружье 12 калибра вот этот вот коллиматорный прицел. Прицел китайский, 1х30 Red Dot. Какого-то названия особенного не имеет. Ну, в общем, в целом у меня есть на канале распаковочка, где этот прицел ко мне приходит. Вот. Ну и, собственно, будем проверять. Патронов, к сожалению, уже не так много. Ну, штучек 5 мы на него видели. Итак, первыми 4 патрона пойдут с дробью семеркой и с навеской 28 грамм. Сейчас попробуем пострелять. Просто даже никуда не, ну, как бы особо не пристреливать, а просто понять, выдержит это китайское ноунейм отдачу 12 калибра или оно потухнет. Значит, если оно выдержит, значит, ну, замечательно просто. Деньги потрачены не зря. Если потухнет, то бишь сломается, ну, значит, я зря выбросил 15-го. Итак, собственно, приступим. Значит, первой идет красная точка. Ну, не важно, какая именно. Я себе поставил красную точку. Вот. Ну, что-то видно. И сейчас пойдет патрон с пулей Диабола. Навеска 35 грамм, если мне не изменяет память. Да нет, не пойдет. Китайское крепление особо не выдержало. И прицел. Сейчас разрядим ружье. Значит, и прицел начал вот так болтаться. Причем само видео распаковки этого крепления также есть у меня на канале. Причем сам прицел на креплении, на планочке, сидит плотно, а планочка разболталась, и он вот так вот гуляет. Не знаю даже, попробовать поджать, вот, а потом уже дома рассмотреть, что с этим произошло. Может быть, поджал плохо. Подожмем. Да. И причем весьма крепко раскрутилось. Так, поджали это. Поджали это. Вроде бы неплохо. Держится во всяком случае. Выходим на огневой рубеж. Планочку подтянули, вроде стало крепенько, прицел все еще светится. Последний дробью сиротливый патрончик сейчас отстреляем.